Всем добрый вечер, дорогие друзья. Уже, то есть не вечер, уже ночь. У нас время уже поздно. Час ночи, второй даже уже, наверное. И я сейчас буду разрезать курицу для того, чтобы, ну, на части и убрать в холодильник. Мне пока времени не было, поэтому сейчас буду делать. Так что оставайтесь со мной, если вам будет интересно. Я буду разрезать курицу и потом, ну, разберем в холодильник и спать пойду. Буду разрезать под медленную музыку и буду также отвечать на ваши кое-какие вопросы. Какие смогу, на время это наложу потом голосовое, поотвечая на ваши вопросы. Надеюсь, вам такой формат видео понравится. Пишите ваши комментарии. Ладно, приступаем к разделке мяса. Так, приготовила тарелки там для куриц, для крылышек, ножек, филе и суповых наборов. Приготовила доску и сейчас будем резать курочку. Ну что, дорогие друзья, приступаем разделывать курицу. Пока курица разделывается, решила поотвечать на ваши вопросы. Потому что все знают, как курицу разделать, поэтому отвечаем на вопросы. Первый вопрос. Если забеременеешь, будешь рожать? Ну, если вдруг так получится, то да. Ну, я постараюсь сделать все для того, чтобы не забеременеть. Потому что надо поднять сначала этих детей. Второй вопрос. Почему детей не водишь к логопеду? Дорогие друзья, когда начался этот вопрос насчет логопедов, началась вся эта пандемия, я пока боюсь куда-либо ходить, потому что многие сейчас болеют. Но мы пойдем обязательно. Почему старшие дети не забирают детей из детского сада? Я не знаю, как у кого в других городах, но у нас в детском саду можно забирать только с 18 лет, если есть доверенность. Можно, конечно, еще с 16, но тоже доверенность надо. Но и то не всегда разрешают. Поэтому вот у меня Егорки еще нету 16 лет. Если под ответственность родителей, это тоже, знаете, страшно бывает. Поэтому ну, вот и у меня дети учатся с двух смен, они не успевают в это время приходить к тому времени, когда надо забирать детей. Поэтому мне удобнее их забирать самой. Почему не делаешь винегреты? Твои старшие дети. Так, почему не делаешь винегреты? Нет, мы иногда делаем винегреты, делаем селедку под шубой, крабовый салат. Обязательно будем сейчас вот делать и все это будем на видео снимать. Хочу вот еще как раз заснять, мне предложили тут идею салатики к Новому году приготовить, какие бы я приготовила. И вот как раз засниму. Спасибо большое, кстати, за вашу идею. Дальше. Почему твои дети старшие не здороваются со зрителем или хотя бы машут рукой? Ну, они здороваются, но не всегда. Да, я им уже говорила. Но они сказали, мама, мы не хотим сниматься, потому что потом пишут разные комментарии по поводу детей. Ну, да, и поэтому вот они не хотят. Света вообще сказала, что больше вообще сниматься не будет. Если только где-то вдруг где-то что-то попадет, вот так вот. А так она даже сказала, на распаковках нигде не будет сниматься, потому что она почитала комментарии, она говорит, я больше не хочу. Дальше. Почему муж не ищет работу? Ну, потому что у нас в городе работу найти как бы тяжело, и он здесь у нас официально устроен. Ну вот, пока работы у них нет. Почему не делаешь ремонт в коридоре? Сейчас, я надеюсь, видите, сейчас хочу докупить остатки линолеума, сделать все, везде постелить линолеум, и потом все сразу остатками. Ну, получается, коридор поклеить, все вот это сделать, чтобы к Новому году, я надеюсь, все это успеть сделать. Где паласы? Паласы убраны на летней кухне. Почему бы не забирать детей пораньше? Я ухожу из дома в 5, в пол шестого. У нас до 5 садик работает. Вот я в 5, пол шестого выхожу из дома. И мы, получается, в 6, 7 идем уже обратно. И вот такая вот темень. У нас просто фонари не везде горят. У нас возле дома, если кто заметил, у нас вообще фонарь не горит. Хотя он стоит, там висит фонарь, но он не горит вообще. Сколько раз в неделю моешь голову? 3. Когда время есть, то больше.
А так три. У меня просто, видать, шампунь не подходит. Мне надо подобрать хороший шампунь. Я не знаю, какой хороший. Pantene я мылась. У меня от него перхоть пошла. Поэтому больше я Pantene не хочу. Когда ушел Джонсон, он опять стал мыться. Но вот от него быстро волосы жирнеют. Посоветуйте, какой шампунь будет хорошо. Очень буду благодарна. Сколько денег уходит в месяц на еду? У нас почти все деньги, ребята, уходят на еду. Потому что дети растут, дети стали кушать больше, стараясь что-то такое повкуснее взять, то, что они хотят. Ну, вот почти все деньги уходят на еду. Я оплачиваю квартиру, оплачиваю садики, оплачиваю то, что вот по квитанциям, и остальное все уходит, в основном все на еду. Егорке тоже потом будете снимать квартиру, как Илье. Мы еще не знаем. Вот пока еще вообще не знаем. Так, дорогие мои, разрезала курицу. Вот здесь у меня получились ножки. Как вы видели, я их делила на две части. Вот такие вот. Вот это вот крылышки. Я у них всегда отрезаю самое ненужное, на бульон отправлю. А это вот на этот хочу запечь в духовке вместе с ножками. Потом дальше филейная часть со всех курочек. Шкурку я обычно отдаю Тайсону. Поэтому мы ее всегда отдельно ложим и Тайсону даем. И вот у меня то, что осталось на суп. Ну, вот это вот тоже на суп. Отправляется бульон на суп. Где-то вот так вот дома всегда понадобится. Сейчас все по пакетикам и в морозилку. Продолжаем отвечать на вопросы. Как дела с диетой? Сколько уже скинулось? Тяжело ли сидеть на диете? Скинула, ребята, я всего пока еще только 2 килограмма. Ну, заметила, что стал болеть желудок. Видимо, у меня не та диета или что-то не то, и я стала раздраженной. Поэтому я, скорее всего, с диетой прекращу. Тем более на фоне болезни, скорее всего, что нельзя сразу на диету садиться. Я тут раз и съела. Настя, а твои младшие дети верят в Деда Мороза? Подарки ждут от него? Да, они очень верят в Деда Мороза. Они даже письма. Мы вот скоро будем писать письма Деду Морозу и отправлять. Кто будет рисовать, кто писать. Мы каждый год это делаем и отправляем. Ну, якобы отправляем. Я хотя бы у себя их оставляю, а потом покупаю то, что они хотят. Старшие это уже знают, а маленькие, они еще об этом не могут догадаться. Они все думают, что это Дед Мороз. Где Влад? Совсем его не показываешь. Он дома, пока работы нет, он занимается своими домашними делами, потому что он заниматься не хочет. Опять выборочные вопросы читать будет. Он, Инка Судако, тоже вопросы собирает. Все ответы растянула аж до 7 видео. На 7 видео. Ну нет, я постараюсь поотвечать, но не говорю сразу, что на все. Настя, у вашей семьи вроде изжога на томат. Да, ребята, тогда многие заметили, но там был не томат, а как она, краснодарский соус, во. И он не такой сильный, как томат, поэтому он более-менее нормальный, у нас на него изжоги нет, поэтому мы его покупаем. Настя, у вас автограф еще не просят на улицу? Да нет, пока еще. Настя, здоровья тебе и твоим детям. Мужу закажи вещи. Постараемся. Обязательно спасибо вам большое, Галина. Настя, сделай обзор косметички и портфеля. Обязательно сделай. Но у меня косметики такой сильной нет. У меня только в основном тушь, тени и все. Помада, по-моему, есть еще. Ну, крем для лица, маски. Но обязательно сделай, если так хотите. Так, дорогие друзья, рассказываю. Здесь у меня чисто сами ножки. Здесь вторая часть от них. Крылышки. Филейная часть. И три на бульончик. Можно, по идее, ножки еще свиные докупить. И все вот эти три вместе с ножками сварить. И будет, во, мне кажется, холодец. Как думаете? Если что, так и сделаю, наверное. Ну, вот в целом. Все, убираем в морозилку. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний влог и также понравилось видео, то, что я отвечала, наложила звук на видео с вашими вопросами.
напишите, как вам такой формат. Если понравится, то я буду вот во время работы тогда вот такие вот влоги снимать и буду налаживать звук потом поверх уже. Всем желаю спокойной ночи, всем желаю всего самого хорошего. Самое главное, берегите себя, берегите свое здоровье, и тогда все у вас будет окей.